Всем привет, с вами Джулия Вайн, и сегодня я решила поделиться с вами, какие же подарки я себе подарила сама на 8 марта. В первую же очередь хочу поздравить всех женщин, всех девушек, всех нас с праздником. 8 марта – это Международный женский день, поэтому я поздравляю всех женщин по всему миру с этим замечательным днем. Оставайтесь такими же красивыми, такими же привлекательными, здоровья, удачи во всех начинаниях. В общем, всего-всего самого лучшего, чтобы все ваши мечты исполнялись. Ну а сейчас я расскажу себе о подарках, которые я приобрела для себя любимой. Итак, первое, что я себе купила, это вот такое вот колечко. Я показала его в начале, потому что, возможно, здесь его не очень видно. Сначала я обошла очень много ювелирных магазинов. Надо лечить от камушков. Здесь у меня фианиты. То есть, ну, самые обычные камушки, поэтому цена должна быть такая приемлемая. Я нашла один хороший магазинчик. Мало того, что колечко мне обошлось достаточно, скажем так, недорого, так плюс ко всему мне еще сделали 40% скидку. В общем, подарком своим я довольна. Второе, что я приобрела, это вот такую вот сумку. Она достаточно большая. По сравнению с тем, что у меня была до этого. До этого у меня была такая маленькая небольшая сумочка, в которую у меня вмещались в основном только тетрадки. Планшет, кстати, вмещался, но я решила взять себе вот такую вот побольше, именно вот такого вот цвета, потому что черный, честно говоря, уже поднадоел. Здесь вот такие вот есть, тут у меня уже кошелек лежит, в общем, я ее уже ношу. Очень большие отделы, то есть если что, то все вместится. Тем более, есть такая притча, что в женскую сумку вмещается очень много всего, независимо от ее размеров. Ну и на этом все. Пока-пока.